Уверовав, Виктор Пахомов. Все тлен сплошной, и все уходит прахом, и молодость, и слава, и почет. Но в наших душах не должно быть страха. Судьба бесстрастно свой ведет отчет. Порой, не веря в Божие провидение, мы в суматошной круговерти дней трактуем непонятные явления с известной долей мудрости своей. О Божьем промысле частенько забываем, греха не понимая своего, но истинно на Бога уповаем, уверовав в творение Его».